Отлично, Яна Маска на бутерброды подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного обеда. Обязательно попробуйте, вам и вашим гостям понравится. Лучшая закуска на каждый день. Отварите и остудите морковь, пропустите через мясорубку морковь, филе сельди, сырки и холодное сливочное масло. Хорошо перемешайте и охладите в холодильнике. После этого можно использовать как намазку на бутерброды. Приятного аппетита! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Морковь отварите и остудите, подготовьте филе сельди. Отрежьте кусочек масла нужного размера. Затем пропустите все ингредиенты через мясорубку. Хорошо перемешайте и охладите в холодильнике. После этого можно использовать как намазку на бутерброды. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Обещанный список ингредиентов. Масло сливочное – 50 грамм. Филе сельди – 1 штука. Морковь – 3 штуки. Плавленые сырки – 2 штуки. Количество порций – 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. До свидания.